ЛСП вот Снеговичок продолжает оценивать музыкальные новинки релизной пятницы. Кто? Кто, блядь, ЛСП продолжает оценивать? Обладает, наверное. На очереди Олеги ЛСП с синглом «Снеговичок». Это снова нестандартное звучание Олега. Это все больше и больше экспериментов в попытках развития бывалого... Былого, может быть? Ну да. Бля, бывалого. Великий копирайтер. Бывалыч, бывалый. Сайта «Ритмы и панчи», ну какого хуя, реально? Продолжает бывалого. Морковка между щек. Ну, интересно. Ну, да, блядь! Что-то про секс будет. Как убрать-то эту хуйню? Да над тобой рофлят просто. Да ты... я не понимаю! Ты смотри, отведи мышку и не трогай то, что внизу под треком. Вот, все. То, что... Вот где лайки, комментарии, ты не трогай. А вы давайте тут. Вроде неплохо. Да. Но у Олега всегда есть какой-то твист в конце трека, чтобы кто-то умер, блядь. Ну, наебали кого-то. Да, 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 да. Поэтому... Ну, блин, у Олега еще вот этот момент, типа, я не сразу сам по себе, вот в слухе сводишь голос с музыкой, то есть непонятно. Ты у меня слышишь? Чок, чок. Я не знаю, только ЛС... Олег мог, типа, ну, сделать метафору между снеговиком и сексом. Ну да. Мне кажется, что все-таки там еще и метафора на кокаин такая есть. А-а-а, ну, что знаете, говорит, я хочешь еще большой и чистый, понимаешь? Я очень... Большой и чистый, да. Уже да. Как уже бы да. Большой и чистый. Ну вот я вот эти, кстати, вот его полусмыслы не всегда улавливаю, ну, с первого раза я имею в виду. Да. Ну, неплохо. У него звучание все еще классно, не знаю, где он таких. Да. Ну, сейчас, нужен твист в конце. Да он тает, он умирает. Я понял. Она, видишь, огненная. Ну да. И он снеговик. Ну, типа, чем он ближе, да, тем он больше тает. О! Погоди еще раз. Да-да-да. Правильно понимаю, шар вот этот, который потрясешь, да, там стоит. Ну, Олег ЛСП опять все умерли, как пишут в чате. Вот, да, это красиво, согласен. Но знаешь, попахивает Джонни Боем, который тоже в конце, типа, всегда там что-нибудь такое. Я давлю на 200, разбиваясь, потому что ты меня не любила. Ну, у Джонни Боя все как-то менее, мне кажется. Ну, некрасиво. Здесь, изобретательный типа... был. Мне кажется, что Олег, короче, стал как Weeknd, понял? То есть, типа, вот он перешел в такое прям поп-звучание с намеками на мрачность, но все равно такое, типа... Ну, и текст остается таким, типа, плотным. Очень достаточно. Поп. Мне немножко не хватает Ромы Англичанина, конечно, в творчестве Олега, какой-то вот грязюки. Хотя трек неплохой, но я бы, наверное, не стал его на повторе. Ну, он не запомнится. Я вот что-то никаких моментов, кроме вот последнего, как он расхуярил, где он голос поднял, вот это было хорошо. Ну, типа, такого не запоминается.